дорогие друзья. Мы приветствуем вас на матче 15-го тура юношеской футбольной лиги 2. И сегодня на стадионе имени Федора Черенкова в Академии Спартака встретится как раз-таки московский Спартак с казанским Рубином. Уже через несколько минут... Я думаю, что можно начинать. Ему, да, свисток дан, игра началась. И сразу же через центральных защитников Спартак решает мяч этот вести. Сугробов с мячом на левом фланге, штрафную почти входит. Заброс вперед, но не точно. Будет еще момент, скорее всего, потому что мяч остается у игроков Спартака. Удар! Ой-ой-ой-ой, как хорошо сейчас было. И перекладный мяч попадает. Это на самом деле пока что лучший момент этого матча. И Марк Носатый, наверное, произвел сейчас феерическое событие. На самом деле такого не ожидалось, чтобы вообще, в принципе, игрок пробил с дальней дистанции. До этого пятой угловой уже происходит у нас. Еще раз на ближний удар. Штанга уже вторая в этом матче. И пока что не получается, да, ворота никак. Свисток раздался. И Носатый не бьет. Бьет Тимур Ким. Удар. И какой точный удар. А, нет. Нет. Не получилось. Свистка главного судьи. На время он в любом случае посматривает. И вот, да, все-таки финальный свисток раздается. Первый тайм закончен. Московский Спартак пока что играет ничью с казанским Рубином со счетом 0-0. И с него уходит Матвей Симонов. Ну что, посмотрим. Возможно, во втором тайме будут уже и забиты на игрока. Сейчас футболист Спартака. Ну и Рубин начинает уже идти вперед. Что удивительно, да. И помним, что в первом тайме было все по-другому. Удар, гол! Есть! Рубин забивает первый гол в этом матче на 47-й минуте. И это на самом деле огромная неожиданность, потому что Спартак до этого все 45 минут первого тайма владел инициативой, наносил бесчисленное количество ударов. Если быть точным, то 15. Первым ударом в матче Рубин открывает счет. Невероятно. Ну и отличился Егор Чумарин. Именно. Давайте смотреть. Навес на ближнюю снова. Ну и здесь мяч выбивается. Попытка номер два. Идет подача. А здесь удар. А здесь штанга. И пока что снова мяч не залетает в ворота Спартака. На самом деле, да, магическое, как магическое заклятие сегодня лежит на игроках у Рубина. Носатый у мяча, и Носатый сейчас бьет и забивает на 62-й минуте гол, 1-1, Спартак сравнивает этот счет, и Марк отличается сегодня. Вот так вот, это, наверное, 19-й удар на Спартака в этом матче, и, наконец-таки, привел он гол, ну, точнейший удар, сильный по своей сути, ну, и по силе мысли тоже, наверное, в любом случае, это прекрасно. Это прекрасно, что здесь не произошло. Сначала казалось, что он сыграл не в мяч, но... Главный арбитр сразу все решил. А вот Рубин может получить сейчас шанс на то, чтобы забить еще один гол. Второй момент. И второй мяч забивается. Но, к сожалению, для казанского Рубина из офсайда. Время игры была очень большая, поскольку было достаточно холодно. Теперь игроки в перерыве немножко отдохнули. И вот теперь нужно бежать вперед и уже увеличивать счет Рубину. С мячом сейчас Исачкин. И есть гол. Есть гол. Рубин впереди. В гостях у Спартака на 74-й минуте. Исачкин. Все. Давайте смотреть еще раз на повтор. Собственно, Исачкин вышел один на один, но ему не оставалось ничего, кроме того, как пробить. Он это сделал. Он это сделал точно, прицельно. И Данил Даньшин ничего не смог сделать. Передача налево. От Спартака идет. Отличный пас. И есть удар. Рядом с девяткой мяч проходит, но за пределами ворот не будет здесь никакого гола. Но бил сейчас прекрасно Пустников. Никита идет навес на дальнюю штангу. Не получилось немножко. Раньше Спартак подавал исключительно на ближнюю. Но вот сейчас другой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это автогол. Это 2-2. Спартак сравнивает счет на 90-й минуте. И радость сейчас мы видим игроков в красно-белой форме. Ну и разочарование игрока, который этот автогол забил. Обидно на последних минутах, конечно, в свои ворота вот так вот мяч забивать. Но ферия голов продолжается, и Рубин сейчас может ее продолжить на фланге. Игрок передачу оформляет близко очень к вратарю, и здесь судья свистит. Нужно будет разбираться, потому что на опережение играл нападающий Рубина, и небольшая потасовка у нас образовывается на поле. Нужно успокаивать сейчас арбитром. Ничего больше. Ну, а красная будет. Красная будет.
Владислав Давыдов с поля удален. Еще Билли Людинов желтый получает. Может быть, кто-то еще. Ставить точку в этом матче у мяча. Игрок удар выше. Выше ворот. Не получается попасть. И будет. И, похоже, судья еще даст время на атаку Рубина. Но если она, конечно, получится. Тут вот в чем вопрос. Ну, вроде получается. Передача направо. Может быть, очень опасно сейчас. Иванов. Прострел. Удар. Рубин забивает третий и ставит точку в этом матче. 3-2. Казанский Рубин вырывает победу на последних минутах. Несмотря на то, что Спартак несколько минут ранее этот счет сравнял. Невероятно. Матч уровня Лиги Чемпионов на самом деле. Если уж так говорить, да. Ну, конечно, посмеемся. Но все. Рубин побеждает в этом матче. И счет 3-2. Окончательный. Спартак с красной карточкой, да, на последней минуте.